Всем привет, меня зовут Алина Кузакова, я из города Санкт-Петербург, мне 15 лет. Я приехала на программу «Теннис плюс английский». Я начала заниматься еще в Питере, играла всего 3 месяца. Здесь я решила продолжить занятия, чтобы практиковаться и улучшить свою игру. Мы начинаем все с росписи. Это обязательная часть каждого нашего дня. Мы расписываемся утром и вечером. Далее у нас идет утренняя тренировка по теннису 2 часа. Далее у нас идет свободное время до вечернего занятия по английскому, тоже также 2 часа. Далее мы идем в наше общежитие, расписываемся также вечером и идем по своим комнатам. У нас была пара экскурсий, мы ездили в Чешский Крумлов и в Карлову Вару. Вся команда МСМ на высшем уровне, организация очень хорошая, обязательно приеду еще.